Книга «Открытым оком», том 2, тема «Ереси секты», вопрос 854. Почему несколько лет назад у баптистов была духовная жизнь намного активнее и покаяние грешников с сокрушенным сердцем? А сейчас как будто все уходит и нет уже того огня, что был раньше. Не является ли это одним из признаков последнего времени? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Действительно это так. Но с этим соглашаться нельзя, нужно работать. И если там, где Слово Божие стоит на первом месте, такое затухание жизни, и они сами с этим согласны, то что же будет с нами? Лука 23:31. Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет? 3 Ездры 5:36. И он сказал мне: «И оживи иссохшие цветы». Там, где животворящий труд Духа Святого, угасания никогда не будет и не будет успокоения достигнуто. Евреям 10:25. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Галатам 6:9. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Евреям 10:38. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. На стадионе, когда бегут на длинную дистанцию, то самое трудное – последнее, и победу иногда упускают из рук на последних метрах. В деле Божьем нужна постоянная ревность, и она должна увеличиться день ото дня все более. 1 Коринфянам 9:24. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Евреям 6:11. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Я жизнью жестоко обманут, и столько я бед перенес, что больше в душе не воспрянут раи погребенных в ней грез. Их много там, склеп их так тесен, я в саваны рифм их одел, и много над ними я песен печальных, как стоны пропел. Пропел и теперь не нарушу я больше их мертвого сна. Господь, успокой мою душу, она безнадежно больна. Мне жизнь не играл, непонятно, я пасынок грубой земли. На сердце мне темные пятна глубокой печали легли. И жизнь провожу я фатально, не нужен я в ней никому. Мне сердцу живется печально, и слишком в ней темно уму, и слишком в ней темно уму. Я встречи со смертью не трушу, пусть смерть холодна и темна. Господь, упокой мою душу, она безнадежно больна. Алексей Максимович Горький.